Здравствуйте, я Ольга Дементьева, профессор сельскохозяйственных наук и агрономии. Как известно, чрезмерные выбросы углекислого газа перегревают нашу планету. Нам удалось создать совершенное чудо, которое спасет нашу планету. Это наша мини-корова. Мини-корова производит меньше углекислого газа и тем самым меньше загрязняет нашу планету. Сергей? Мини-коровы производят меньше навоза, поэтому меньше загрязняют нашу планету и меньше производят углекислого газа. Их можно даже держать дома в качестве домашнего животного. Они очень дружественные и очень ласковые. Вот посмотрите, их можно даже кормить с рук. Они очень любят детей, очень ласковое животное. Почти друг человека. В этой комнате мы проводим наши эксперименты. Сейчас мы будем измерять производство углекислого газа, который выпускает эта корова. Это наша экспериментальная корова, которая показывает наилучшие результаты. Чем меньше корова, тем меньше углекислый газ.